Не секрет, что в любых проблемах или трагедиях на первом месте выступает человеческий фактор. Чтобы исключить человеческий фактор из причин трагедии, надо следовать определенным законам или выполнять то, что канонизировано, что является нормой, что прописано в книгах от А до Я, черным по белому. Это касается и хирургии. Я сейчас хочу коснуться такой простой операции, как пластика век. Ее выполняют все. Я бы даже сказал, все, кому не лень. Коммерчески это выгодно, но результаты абсолютно разные. И связано это с тем самым человеческим фактором, с несоблюдением элементарных канонов, очень простых вещей. И пришло время сейчас об этом поговорить. Правило номер один. Должна быть проведена точная оценка возрастных изменений пациента. Много у него избытков кожи. Может быть, ее вообще не надо удалять. Может быть, проблема в том, что глаз глубоко посажен или не глубоко посажен. Есть ли у него проблема средней зоны лица или это просто проблема век? Вот эти нюансы, я коснулся лишь часть. Они привязаны к оценке и, как следствие, к точной, правильной разметке перед операцией. Канон номер один или правило номер один. Пациент всегда оценивается, рисуется и планируется у него операция в сидячем или в стоячем положении. Но никогда не лежа на операционном столе, когда все смещено и вероятность недооценки или переоценки избытков крайне велика. Мы нередко видим пациентов, которые приходят после операции на веках с послеоперационным рубцом, выходящим чуть ли не на середину брови. Или когда шов не проходит точно в складке глаза и виден даже при открытом взгляде. Это нарушение канона номер один. Пациент либо был плохо размечен, либо небрежно, либо он лежал на операционном столе и спал, когда рисовали то, что нужно сделать. Правило номер два. Каждый пациент индивидуален. Есть масса различий или масса критериев, по которым нужно уметь отличать одного пациента от другого. Пример. Пожилой пациент, у которого веко висит, открывает склеру, и он нуждается не просто в блефаропластике, а в реконструктивной восстановительной хирургии. Пример номер два. Молодая пациентка, у которой глубоко посажены глаза. Ей вообще не нужно иссекать кожу. Проблема складки верхнего века. И таких нюансов можно привести много. Первым предложением в любом учебнике написано о том, что эффективность операции – это отнюдь не количество удаленной кожи. Мы очень много видим пациентов с последствиями чрезмерного удаления кожи. У некоторых есть выворот век, у некоторых округление глаза, у некоторых неестественный вид лица как такового. Человеческий фактор. Правильно проведенная операция подразумевает восстановление тканей, формирование борозды и подъем скуловой зоны на нужную величину. А у людей пожилых, у которых слабость века, требуется укорочение контальной пластинки или кантопексия, или фиксация мышцы глаза, но ряд дополнительных мер, решающих проблему века. Все гениально и просто. Соблюдение вот этих вот простых вещей, рутинное соблюдение, отсутствие всяких, каких бы то ни было авторских методик, не надо ничего изобретать. Все написано давным-давно, изучено и доказано. Аккуратность выполнения операции – залог успеха, залог благодарности, залог того сарафанного радио или того потока пациентов, который к вам вернется. Существует бытовое мнение, что верхние и нижние веки нельзя оперировать одновременно. Я бы назвал это бытовой неграмотностью, потому что периорбитальная зона, как таковая, является единой частью лица. И сделав молодыми верхние веки, оставив возрастными нижние, или наоборот, мы никогда не добиваемся конечного результата. С точки зрения восстановления, что так пациент неделю проводит дома,
Это никак не удлиняет восстановительный период, но мы сразу получаем лицо в гармонии, потому что при сохранных остальных отделах мы восстанавливаем возрастную зону области века. Почему нам удается достичь успеха в пластике века? Потому что мы исключаем из нашей работы человеческий фактор. Следуем по тем канонам, которые прописаны в книге. Отошли от авторских методик. Мне иногда кажется, что если в рекламе написана авторская методика, то надо уносить ноги, и чем быстрее, тем лучше. Все написано, все известно. Итак, залог успеха. Первое. Правильная оценка возрастных изменений пациента. Он может быть молод, он может быть стар, он может быть в промежуточном состоянии. Но каждый из этих требует совершенно отдельного подхода. Закон номер два. Любая оценка, разметка или рисование перед операцией должно проводиться в вертикальном положении, так как я сижу, а не когда я лежу на операционном столе. Все смещается, все съезжает. И такие пациенты, их видно, когда пациент был неправильно размечен перед операцией. У него шов выходит куда-то на середину головы. Три. Блефаропластика должна быть проведена архиаккуратно. Тонкая кожа, мелкие сосуды, близко расположенные важные структуры, ну, например, такая, как глаз, да, вот. И четвертое. Все вот это вот в конечном итоге приводит к тому, или является приводит к тому, что следствием это является короткий, простой восстановительный период. Нет синяков, минимальные дни с отеками, быстрый выход на работу и невидимые следы от операции. Как-то так.